Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хотел показать вам, как можно отписаться от всех подписчиков в Инстаграме всего лишь на несколько минут. Итак, для этого вам необходимо будет скачать программу, ссылку которую я оставлю в описании под видео. Она называется LeonGram. В общем, вы ее скачиваете, далее регистрируетесь на данном сайте. После того, как вы это все сделали, запускаем ее. Вводим здесь логин и пароль и нажимаем авторизоваться. Далее, после этого, вам необходимо будет добавить аккаунт, на котором вы хотите отписаться от ваших подписок. Нажимаете добавить аккаунт, здесь вводите логин своего аккаунта в Инстаграме. Здесь вводите пароль. Вот, видим, у нас 435 подписчиков и 1019 подписок. И для того, чтобы, как я уже говорил, отписаться, вам необходимо указать задание. Здесь выбираем отписка. Задержка в секундах должна быть, ну, примерно, не знаю, там 10, пускай тут-то 20. Здесь выбираем лимит отписок, ну, если нам надо все, то можем, в принципе, написать 10-19, то есть мы отпишемся от вот этого количества подписок. Далее нажимаем пауза после определенного количества, здесь, ну, пускай будет 500, ну, задержка во времени, пускай будет 2 минуты, вот, 2 минуты. Далее нажимаем добавить задание. И нажимаем старт. И ждем, пока у нас пойдет процесс отписки. Вот видео у нас уже минус один. Через некоторое время будет уже больше. Я пока приостановлю видео. Ну вот, наконец-то, процесс автоматической отписки с помощью данной программы у нас завершился. Занял он порядка 20 минут. И сейчас мы зайдем на нашу страницу в Инстаграме и посмотрим, сколько осталось подписок. Вот мы зашли и видим, мы подписаны на 0 людей. То есть программа реально рабочая, вы можете свободно ей пользоваться. Уверяю вас то, что она не тырит пароли, нет от ваших аккаунтов, ни от вашей почты. То есть там все официально. Так что могу ее свободно рекомендовать. Также хотел дополнить то, что с помощью данной программы вы сможете накрутить себе много подписчиков с целевой аудиторией, которую вы укажете. То есть, если, допустим, у вас какой-то видеопродакшн, вы сможете накрутить подписчиков, которые интересуются видео, либо же фото и тому прочее. Так что рекомендую вам подписаться на мой канал, нажать кнопочку вот этого вот колокольчика. Как только выйдет новое видео на моем канале, в вашем браузере появится уведомление. А у меня на этом все. До новых видео. Пока-пока.